Был у меня замечательный друг, это был единственный поющий генерал. Виктор Павлович Куценко. Воевал он в Египте, в Сирии, в Афганистане. Когда землетрясение в Армении, начальник зоны там был ответственный. Он ушел от нас недолго. Вот у него была одна песня, которая мне очень нравится, до сих пор нравится. Я всегда просил его спеть. Он там разные другие хотел. Павлович, давай лучше одну хорошую, вот эту самую, вот эту песню. Она посвящает всем, всем нам, дорогие ветераны. Мы уже все давно ветераны. Душой-то мы нет, но так, по статусу. А он точно писал. Он писал классический австрийский роман, вот сейчас посмотрим. Зорька заиграла на моем пороге, вновь зовет из дому в путь моя звезда. Мы с тобой привыкли к сборам по тревоге, отчего тревожно в этот час всегда. Мы с тобой привыкли к сборам по тревоге, отчего ж тревожно в этот час всегда. Отгремели трубы молодости нашей, кудрях оставляя нити серебра. Вот и в гарнизоне всех мы стали старше, всех моложе были, будто бы вчера. Вот и в гарнизоне всех мы стали старше, всех моложе были, будто бы вчера. Пройдено по жизни много или мало, сколько нам еще отмерено пути. Времени быть вместе так нам не хватало, ты меня за это, милая, прости. Времени быть вместе так нам не хватало, ты меня за это, милая, прости. Так давай присядем перед путь дорогой, наши полминуты есть еще у нас. Мы с тобой привыкли сбором по тревоге, расстаемся снова, будто в первый раз. Мы с тобой привыкли сбором по тревоге, расстаемся снова, будто в первый раз. Спасибо всем с наступающим праздником.